Независимость теперь не только политологическое понятие, теперь это смелое геополитическое решение. Даже дата нашей независимости связана не меморандумами и документами, точкой бифуркации нашего бытия. Поздравляю вас с Днем независимости Республики Беларусь, великим праздником нашей страны, созвучным с Днем Победы. Поколение, которое подарило великую победу, подарило нам свободу и мир ценой своих жизней, миллионов жизней. Мы будем говорить и помнить об этом всегда и передавать это знание новому рожденному на нашей земле гражданину. Потому что 3 июля, в день освобождения Минска от немецко-фашистских оккупантов, истерзанные неволей, дикими пытками, потерями родных и близких, белорусы вернулись к жизни. Нет и не может быть иного смысла у этого праздника. Нет и не может быть другой даты, как бы не мечтали потомки нацистов там и их пособники здесь. Для нас, истинных белорусов, День независимости – это день, приближающий победу советского народа над фашистской Германией. Независимость – это еще что-то наше, родное. Что может белорусам быть ближе хлеба и победы? Министр культуры пришел на торжественное собрание с бутоньеркой и изображением наших точек силы. Хлеб – мир созидания. То есть основополагающее понятие, которое присуще и важно для каждого человека. Потому что мир – это самое главное. Мир на земле, тогда люди понимают день сегодняшний, строят перспективу на завтра. И, безусловно, хлеб – подтверждение тому, когда человек с хлебом, когда он живет в мире, значит, он знает свое настоящее, думает о будущем и делает все для того, чтобы место, где он родился, где он живет, оно процветало. Это наша Республика Беларусь, потому что сегодня сложно найти еще такой край, где жилось бы спокойно, где каждый человек думал бы о своих перспективах, растил спокойно детей и жил, самое главное, в мире. Это очень важно для всех нас. Белорусскость, культурный код нации, историчность белорусского пути. Всегда враги современной государственности намекают на то, что, мол, власти вымывают нашу историю, уничтожают культуру. Главный нарратив национального характера – уважение к роду, к старшим, к тем, без кого не было бы нас. Мы, все, кто родился в годы войны и после, в неоплатном долгу перед вами. Нам повезло быть детьми и внуками таких мужественных и волевых людей, как вы, настоящих патриотов. Нам повезло расти и воспитываться на примере военных и трудовых подвигов вашего героического поколения. Поколение, которое научило нас держать удар, жить по совести и по справедливости. Дай Бог вам здоровья и бодрости, дай Бог нам как можно дольше иметь возможность говорить вам слова бесконечной благодарности, поздравлять вас с этим великим праздником, который вы нам подарили. Вы бились на полях военных сражений. Ваша победа на многие десятилетия вперед обеспечила мир странам и континентам. Но этот мир исчерпал свой запас прочности. Сегодня наше время выполнить свою историческую миссию. Теперь мы бьемся за этот мир. Как видите, бьемся на информационном, экономическом, политическом фронтах. Да, эту войну не все видят и не все осознают. Да, на ней не рвутся снаряды, не свистят пули. Но все так же нас хотят поставить на колени и уничтожить. Полоцкое княжество, ВКЛ, периоды тесной интеграции, обоюдно выгодной и вынужденной, всегда опасность шла с Запада. Крестители схизматиков, проводники нового порядка, бенефициары глобализма. Но если бы тогда не остановили, все, не было бы про что говорить. Ни про 10 веков государственности некому было бы говорить. Эту летопись мы точно
не забудем. Все это делалось тогда теми людьми, которые погибали, умирали в концлагерях, на фронтах, в партизанских отрядах. Те, которые освобождали Минск, да и наша Беларусь, ведь после 3 июля еще были ожесточенные бои почти целый год. Вот поэтому мы говорим о нашей независимости, связываясь с теми, кто, как говорил президент, на нас сверху смотрит. И нам важно их не подвести. Картофельные очистки, опилки – это такой он был, фронтовой хлеб. Чужого хлеба наелись досыта. Теперь выращиваем свой. И песни поем свои. Независимость – это и есть Беларусь. На самом деле, очень важно, что мы этот день отмечаем в память об освобождении Минска от немецко-фашистских оккупантов. Это нужно подчеркивать не по какой-то другой дате, а именно в честь вот этого важнейшего события, потому что тогда наши предки добились независимости от смерти, от рабства, и мы храним эту память, обеспечиваем преемственность. А за годы президентства Александра Лукашенко беларусы научились ценить и суверенитет. Крепость наша проверена в 1944 году моим отцом, участником операции «Багратион», артиллеристом 1-го Прибалтийского фронта, получившего тяжелое ранение в это сложное время и был в последующем демобилизован. Но вы же сами пограничник. Я сам пограничник, охраняю государственную границу и горжусь, что я сегодня вот в этом зале встречаю день освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистской коалиции, которая сегодня даже стоит перед нашими государственными границами. Официальный дресс-код и народное веселье. Такими должен быть настоящий День независимости, праздник государственности с подтекстом народного. Ну почему 3 июля все познается в сравнении? Вот таким, с позволения сказать, хлебом наших предков на нашей земле почивали, почествовали европейские арийцы. Ничего не изменилось. Но мы выбрали, белорусы, свой путь. За это сражались, чтобы вместо минных полей у нас были хлебные поля. А батьковой булкой мы готовы угощать всех, несмотря ни на что. Русский, польский, еврейский, украинский. На понятном языке официальный Минск. Наш лидер обращается к соседям. Нас боятся. Не в том смысле, что мы агрессоры и собираемся на кого-то нападать, порабощать. Мы для них опасны авторитетом, самостоятельностью и силой белорусского государства. В конце концов, и это самое главное, своим примером. Примером отсутствия пропасти между богатыми и бедными. Примером социальной защищенности всех граждан. Примером здорового общества и традиционных ценностей. Западным элитам страшно, что завтра их народы выйдут на улицу и скажут окончательное «нет» неолиберальным ценностям. Они уже там. Только нам, через их средства массовые, не говорят, против чего во Франции, в Бельгии и других странах сражаются обычные люди. Они сражаются, чтобы сказать «нет», они хотят нормально жить. Ценностям, которые делят общество на касты, дают привилегии избранным, бросают народы в безнравственную, бездуховную пропасть в погоне за наживой. Это все их. Сильнее этого страха англосаксонская жадность и жажда завоеваний, известные с древнейших времен. Природное богатство и просторы восточнославянских земель до сих пор не дают им уснуть. Нетерпимость западных политиков к нашим ценностям, их виды на наши ресурсы, материальные и человеческие – это вызовы. Вызовы нашей государственности и суверенитету. Думаю, вы это понимаете. У государств амбиции, у политиков безответственность. В день, связанный с военными победами, белорусский лидер предлагает выход миру. Это мир. Ситуацию вы знаете. Мы находимся в условиях беспрецедентного в истории человечества военно-политического кризиса мирового масштаба. Диалог по его урегулированию Западу не нужен. Им не нужен диалог. Пока. В Украине и так все развивается по их сценарию. Сейчас страны Евросоюза, Соединенных Штатов Америки ускоренными темпами вооружают
нашу соседку Польшу. То есть делает из нее следующий после Украины прокси-полигон в противостоянии с нами, с Россией. Польскому правительству стоит подумать своей головой и прежде всего о своем народе. Для Запада поляки были и остаются славянами. А это расходный материал. Учите историю, соседи. Ближайшие к нам страны Балтии просто поражают своим самоубийственным упорством в стремлении стать ударным отрядом НАТО. Но ростом, видимо, не вышли, пока им отведена роль подпевал и провокаторов. Да, уважаемые друзья, это реалии. Но реальность и в том, что они наши соседи. Там живут люди, похожие на нас. Поэтому, несмотря на безумство политиков соседних стран, мы обязаны с ними жить хотя бы в худом мире. Интрига во всей этой истории только одна. Осознают ли западные политики, что они собственными руками кладут голову Европы на ядерную гильотину? Они всерьез думают, что отделаются малой жертвой Вильнюсом и Европой? Не дай бог вспыхнет самая страшная в истории война. Не просто будет жарко в Варшаве, Киеве или Вильнюсе. Исчезнем мы, Европа, как цивилизация. Но им же это не надо. Нам тоже. Беларусь, Россия в таком исходе категорически не заинтересованы. Ведь, по сути, даже отличаясь национальными интересами, ценностями, традициями, мы, страны Восточной и Западной Европы, нашего общего дома, могли бы и должны развиваться вместе. Беларусь вынуждена отвечать на угрозы. Тактическое ядерное оружие, постоянные учения, модернизация армии. Мера вынужденная. Нам ближе не меч, но орала. У нас и проблем хватает, но тоже общих. Климат меняется. Мы чуть не каждый год боремся за урожай. Целый ворох энергетических вопросов. Доступ к ресурсам, в том числе и трудовым. Демографическая ситуация, рост экстремизма, киберпреступности. Западную Европу накрывает волной миграционного кризиса. Рано или поздно она захватит и восточную часть. Нам надо сотрудничать и помнить, какие бы мускулы, какой бы военный потенциал мы ни наращивали, какие бы технологии ни развивали, мы не сильнее природы. Пандемия уже поставила всех на место. А что будет дальше? Что еще может выйти из биолабораторий, разбросанных по всему евразийскому пространству? Мы опять как будто забыли, что не все зависит от нас. Что мы песчинки во Вселенной, а наши геополитические игры – пыль. Надо остановиться, пока не поздно. Мы по-прежнему призываем к миру в глобальном смысле. Но если государственность, независимость, территориальная целостность, безопасность наших народов окажутся под реальной угрозой, мы даже не раздумывая ответим адекватно. Не испытывайте наше славянское терпение и свою судьбу. Сейчас стало модно говорить про центры принятия решения. Так вот, координаты этих центров нам до миллиметра известны. И позавчера они четко и ясно определены и утверждены мною на военных картах. Надо садиться за стол переговоров и начинать выстраивать новую систему безопасности в регионе. Я давно к этому призываю. И давайте мирно созидать во благо наших народов. Понятно, день независимости – праздник, но даже такие дни – не время расслабляться. Когда на лицах генералитета улыбки, можно быть спокойными. Дорогие беларусы, мы находимся в самом центре Европы и в центре древней истории. Тысячу лет назад здесь кипела жизнь.
Уже тогда наши далекие предки, славяне на этом клочке земли, создавали основы национальной белорусской государственности. Создавали в битвах за свою землю, за свободу, за свои народы и жизнь. И мы проигнорировать это не сможем. Как бы ни было сегодня трудно, какими бы ни были современные риски и угрозы, нам с вами все же выпало счастье строить свое будущее исключительно в интеллектуальных и трудовых сражениях. И мы ценим этот шанс. Мы созидаем. Я благодарю всех вас, белорусов, за ваш труд. В первую очередь сельчан. Вас почти втрое меньше, чем было накануне обретения нашей независимости и распада великой страны. В три раза меньше. Но производите в полтора раза больше зерна. Значительно прибавили в производстве продуктов питания. Мы полностью обеспечиваем себя необходимой для полей и ферм техникой. Спасибо всем, кто трудится в промышленности, в сферах инновационных и технологических разработок. В том числе благодаря вам, Беларусь среди лидеров по производству сельхозтехники, грузовых автомобилей, карьерных самосвалов. На каждом из наших гигантов сегодня выпускаются топовые машины, такие как беспилотный трактор и самый большой в мире грузовик, высокоточное оборудование, станки и многое другое. Наша наука во многих областях находится на ведущих передовых позициях. Разрабатываем, производим уникальные приборы, промышленное медицинское оборудование, электротранспорт, повышаем свою технологическую независимость. Какие виды на урожай? Сегодня много хлеба в арсенале? Самое оптимальное. Голодные не будем. Как на меньшем центральном регионе всегда в лидерах, но за вами идут? Ну, на сегодняшний день сложности, конечно, есть, как же без них. Но, как правильно сказал Ленин Константинович, голодными точно не будем. Быть независимыми – это значит иметь возможность самостоятельно принимать политические, экономические решения. Особенно те, за которые критикуют, а потом поступают так же. Наш с вами ежедневный труд и те усилия, которыми мы создаем благополучие Беларуси, и есть цена независимости. Цена, о которой я постоянно говорю. Больше пока не надо. Созидаем и становимся сильнее. Становимся сильнее, гарантируем независимость и мир на родной земле. Вот и вся философия жизни. Вот и весь смысл года и мира созидания. Если вы не знаете, что делать в той или иной ситуации, а ваши враги гвалтом кричат, делайте все наоборот. Если они кричат, что ядерное оружие – это плохо, делайте наоборот. Приведу вам один пример. Ныне беглая, а вчера рвущиеся к власти, помните, кричали: «Придем к власти, белорусскую АЭС уничтожим». Она нам не нужна. Почему так говорили? Потому что им подсказывали оттуда. И прежде всего от наших соседей. Польши, Литвы. А что они сегодня говорят? Литва запланировала строительство себе новой атомной станции. Вместо той, которую уничтожили. Польша аж две или три планирует построить. А почему нашим дуракам говорили, не надо строить, надо уничтожить? А конкуренты никому не нужны. Тот, кто сегодня не живет прорывными, современными, суперсовременными технологиями, государство загнивающее, умирающее. Это я просто возвращаю вас в недалекое прошлое, свидетелями которых вы были. Ну и если бы мы отступили от этого, мы бы сегодня закупали на 5-6 миллиардов больше кубов газа природного. Пусть он сегодня дешевый, но когда-то он был дорогой и подорожает. А это самая дешевая и самая безопасная энергетика. Но главное, она нам нужна. Точно так они сегодня говорят про ядерное оружие, которое завезено в Республику Беларусь. Если вы будете выступать против этого,
Не надо никого критиковать. Я уже об этом говорил. Это была моя жесточайшая инициатива. И чем больше мы живем, тем больше убеждаемся, что оно должно лежать у нас, в Беларуси, в надежном месте. И я уверен, что нам никогда не придется его применять, пока оно у нас и никогда на нашу землю не ступит нога врага. Наш президент открыт, поэтому и праздничное обращение не стало сугубо официально вымаранным. Президент поднял тему, которая волнует каждого из нас. Открыто. И не волнуйтесь. Я знаю, вы немножко волнуетесь, переживаете. Все будет нормально. Иногда даже хорошо. Потому что у вас есть мы. Потому что у вас есть мы. Наше поколение способное вас защитить. И никакое оружие нам не страшно. Ни ядерное, и никакие хоругви и полки нам не страшны. И не только потому, что у нас нет ЧВК Вагнера. Раздули и раздувают эту проблему ЧВК Вагнер, частной военизированной компании Вагнер. Да успокойтесь. Если бы можно их пригласить сюда за их счет, это для нашей армии благо, это самые подготовленные люди. Так кто же они, эти вагнеровцы? Я их знаю давно. С тех пор, помните, как мы 33 богатыря, по-моему, в 20-м году задерживали здесь, под Минском. И они с тех пор, мы их с Богом отпустили, благодарны нам. И за батьку всегда ставят свечку в церкви. Они нам не страшны. Это люди, прошедшие армию, прошедшие войны. Это люди, которые воевали по всему миру за нормальную цивилизацию. Запад их ненавидит на дух. И как только пошел шумок, что вот они тут, тут будут в Беларуси, слушайте, вал звонков от тех, кто нас не признают. Диктатору начали звонить в Беларусь. Это плохая вещь. Это плохой сигнал. А почему плохой? Почему для французов плохой? Потому что эти вагнеровцы в Африке, знаете, в каких странах, калашматили этих французов, что только пыль летела. Конечно, им это не нравится. К сожалению, у нас их нет. А если их ребята-инструкторы, как я говорил уже им, приедут и передадут боевой опыт нам, мы примем этот опыт. Некоторые командиры уже говорят о том, пришлите нам пару инструкторов, пусть помогут, пусть подскажут. И скажу вам абсолютно непопулярную вещь. Армия только тогда армия, когда она воюет. Почему так успешны американцы, как бы мы их не критиковали? Потому что они постоянно воюют. И они знают, какое оружие производить и закупать. К сожалению, это не наш путь. Воевать – это не мое. И тем более не ваше. Я не собираюсь воевать. Но я 30 лет почти готовлюсь к этой войне. Поэтому мы живем в мирное время. Все цветы июля тем, кто создавал фундамент страны. Наш дом продолжается строиться и хорошеть. Каким он будет, зависит от каждого из нас. Но когда дома батька, тогда и звучат песни. Евгений Пустовой, Полина Королева, Александр Бутрим, телекомпания СТВ.